Привет, ребята, опята, меня по-прежнему зовут Дарья. И мало кто знает, но раньше снимала видео только тогда, когда нужно. То есть я не снимала повседневность своей жизни, потому что я считала, что ну это неинтересно, с собой всегда таскать камеру. Но на самом деле проблема была в другом. Я постоянно писала сценарий, чтобы снять видео. Постоянно. Вплоть те слова, которые я буду говорить. То есть я говорила всегда по сценарию, а говорить просто на камеру я тогда не умела. Но когда мне это окончательно надоело, я решила бросить себе вызов и выходить из своей зоны комфорта. Поэтому все лето я всегда таскала с собой камеру, еще ту старую на тот момент, и каждый раз что-то снимала. И неудивительно, что у меня накопилось очень много материала, поэтому я решила сделать такую вещь. Каждый день это 1 секунда видео. Ну а что из этого вышло, давайте посмотрим. Дома. Я сделать хочу! Ой, дураки, не могу. Будешь моим хвостом? Я делаю подарок Кисе. Можно это рассказывать? Господи, здравствуйте. Он округляет. Он меня бесит. Не звони! Хорошо. Она тебе помогает, да, мам? Том Хэнкс. Все, а? Ну, российский, как наши, все. Ой, зожники. Ты такая подружка, я снимаю гости больше них. Подожди, пока фильм укачивается, мы сходим в магазин. Номбер! Мейден! Пока непонятно. Наш пранк должен удастся. Саша, не надо тебе никуда ехать. На века. Здесь 2 состояния, когда ты кричишь и когда ты это, да? Его величество. Я до сих пор не сдала. Страсть. Я такая пою, начинаю петь. Я купила рюкзак. Ну, приехали. Так начала вышивать. Очень больно. Заманал со своим Питером. Это видео. Небесная канцелярия, сегодня корпоратив. Когда вы удаляете мол. Дичайший капец. Я могу пить. Ой. Иду как себе домой. Потрясающий день. Я не знаю, что такое на воде. Купила новую камеру. Мои покупочки на Сахалин. Ты это помылаешь? Мы, да, я помыла. Я играл твистер с помидорами. Нет, я это не выложу. Каждый год. Одинокий. Умылась. Не, он на высокосе. Типа сейчас ты пойдешь с нами на дело. Обалдеть просто. Небеса. Я не понимаю, что я хочу сама от себя. Чтобы поддержать его. Припрыгивай. На чем нам думать слишком много? Говорите. Мало до свида. Браво, браво. На примере яблока. Себя проводить. Мамины питомцы. Мини дом уже. Салат самый любимый. Мазан. Это реально 2 часа. Это видео получилось как небольшой отчет моей жизни. Итог-то какой? Я научилась наконец-таки говорить на камеру без сценария. Я теперь всегда таскаю с собой камеру. Постоянно. Даже на учебу. Потому что мало ли что, а Дарьчик у нас видеоблогер. Ну, конечно, были интересные случаи, интересные истории, которые мне рассказывали. И все это я, конечно же, сняла. Поэтому я решила сделать отдельное видео с этими интересными моментами моей жизни. Я, наверное, их так и назову. Моменты жизни. Но если вам понравился подобный формат, я могу еще что-нибудь такое снять. Также пишите сейчас в комментариях, что самое незабываемое произошло с вами за последнее время. Также можете подписаться на канал, поставить колокольчик. Ну, а с вами была Дарья. Скоро увидимся.